12 апреля 1966 года. За целый месяц я не получал от Бет ни единого письма, и теперь мне кажется, что она в опасности. Сейчас малютке Томасу исполнилось около 6 месяцев, а он все еще не видал своего отца. Эти мысли пожирают меня, оставляя на душе маленькие шрамы. Я с ненавистью встречаю каждый день на поле, я не могу расслабиться, лежа на своих нарах. Дела идут не слишком хорошо. Народная армия Вьетнама и Вьетконг неустанно атакуют наши позиции, и обе стороны несут значительные потери. Я надеюсь, что тем или иным способом это окончится, но мне нужно повидаться со своей семьей. 7 августа 66 года. Выводить патрули и стрелять в гуков не очень хорошо для душевного спокойствия. С начала операции «Белое крыло» у меня было всего 2 важных задания. Остальные были простыми патрулированием в окружающих лесах, на рисовых фермах и деревнях для убийства гуков. Одна вещь бесспорна – у наших врагов кончается рис, так что если мы сможем контролировать пищу, мы сможем навязать им свое видение войны. Именно поэтому наш взвод отправляется на следующее задание. Вчера лейтенант Уайтмор вызвал меня и представил план нападения на бункеры противника. Приблизительно неделю назад вьетконговцы ограбили деревню, находящуюся неподалеку, забрав весь хранившийся рис и пищу. Напуганные жители обратились к нашим людям, и теперь мы знаем, что рис хранится в бункерах по периметру массива Чупорг, в месте, называемом «Долина Желаний». На этом задании наш взвод впервые разделится, так как в этих местах враг очень активен. Мы начинаем готовиться к нашему назначению в операции «Поль-Ривер-2». Приветствую! Мы продолжаем играть в взвод. Что ж, отправляемся на боевые. Где моя кружка кофе? Блин, записываю уже второй раз, первый раз комп завис. Непонятно, то ли игра кракнула, то ли там какая-то Windows ошибка критическая. В общем, неважно. Теперь слушайте сюда, парни. Недавно из этого района были нанесены мощные воздушные и артиллерийские удары. Так что мы наверняка найдем в округе несколько военных объектов. Нам придется проверить весь район на предмет вражеской активности и найти рис, который они украли из деревни. Будьте очень осторожны. Если мы встретим вражеское сопротивление, мы запросим авиаудар. Вопросы есть? Хорошо. Тогда выступаем. Дасрайс. Так. Автоматный отряд. Пулеметчик, гранатометчик, доктор. О, с нами сам Уайтмор пошел. Прикольно. Так, 8 авиаударов. Ну это жестко. Докладывает Лайонсдейл. Выходим вперед. Так, вставайте, ребятки. Сейчас будем думать, как будем заходить в деревню. Тут плюс 17, там плюс 17. Везде плюс 17. Так, а тут деревья. Плюс 50. Но это не вход, это так. Это насрать. Так, это, в принципе, бивуак. Здесь кто-то отдыхал. Ладно. Ну, пойдем, что ли. Продолжайте движение. Да, деревня жестоко пострадала, как мы видим. Продолжайте движение. Противник открыл огонь. Падай в грязь! Продолжайте движение! Идут! Замечен вьетконговец! Противник открыл огонь! М-60! Работа сделана! Так, работа сделана. You smell it? Здесь летают пули, сэр. I like smell napalm in the morning. Здесь летают пули, сэр. Oh yeah. Я готов начать. Нам нужна помощь. Ну что еще надо? Так шоколада. Замечен вьетконговец. Помогите!
Вестпоинт — это самая лучшая военная школа. Блин, одного убили. Нам нужна помощь! Следующая цель, сэр. Так, отлично, мы всех перебили. Что там у нас? Совсем все плохо? Вы отдадите приказ, сэр? Да, к сожалению, у нас есть 200-й. Высылайте похоронную бригаду. Пойдите домой в мешочке. Черт. Просто скажите нам, что вы хотите. Первые потери. Так, нужно осмотреть какую-то хижину. Вот эту, видимо. Она, по крайней мере, докладывает Лансдейл. Выглядит так, как будто она крестиком отмечена. И она с подсветкой. Единственная. Продолжайте движение. Так, давай-ка пулеметчик. М-60 готов, сэр. Двойной темп. Давай сюда. М-60 идут, сэр. Укрепились на позиции. Так, ну и давай кого-нибудь отправим туда. Я готов начать. Продолжайте движение. Опа! Санитар! Медик! Мне кажется, ему же не помочь. Это просто великолепно! Надеюсь, это все? Они точно знали, что мы на подходе. Лейтенант Уайтмор, этот парень готов вернуться, чтобы надрать задницу вьетконговцам. Он выжил? Снова технические проблемы, сэр. Я иду лечить раны. Интересно. Ладно, хорошо, понял, принял. Хорошо. Так, цель задания пропустил. Найди лагерь Вьетконга, в котором они хранят украденный рис. Доведите туда всех ваших офицеров. Ну, в принципе, у нас, да, отряд очень хороший. От много народу. Вестпоинт — это самая лучшая военная школа. Продолжайте движение. Так, надо подумать, как лучше идти. Может, так потом направо или по диагонали? Тут ноль. Мне вообще не нравится, что тут нулевая защита. Вперед, развертываемся. Пойдем тогда с той стороны. По крайней мере, есть небольшое прикрытие. Кусты. Игра учит пользоваться... Вперед, развертываемся. ...территорией. По-другому никак. Продолжайте движение. Продолжайте движение. Аптечку пока не юзаем. Сколько, кстати, зарядов у аптеки? Какие-нибудь неотложные 5. Дела, сэр. Троих можно, конечно, но там, в принципе, желтенькие. Если бы они красненькие были, я бы их помазал. Я готов начать. Лоб зеленкой помазал бы. Вперед, развертываемся. Вперед, развертываемся. Блин, обороны ноль. Продолжайте движение. Вперед, развертываемся. Я чувствую себя как чири на жопе. Продолжайте движение. Вот сейчас будет хорошо. Так, тут ноль. Тут. Вперед, развертываемся. Полтос. Действуем аккуратно, не спеша. Территория открытая, мне это не нравится. Пожалуй, пока что давайте... Ну что еще надо? Сапера пока одного пустим. Просчитывайте каждый шаг. Враг в зоне видимости, сэр. Ага. Вперед. Докладывает Лайонсдейл. Давайте-ка приляжем. Если они здесь патрулируют, мы тогда их постреляем. Слушай, неплохо мы их увидели. Жалко, нет у нас сейчас команды. Он просто имеет очень хороший радиус обзора. Они ведь вернутся, надеюсь, сюда. Что они туда пошли куда-то? На связи, лейтенант Уайтмор. Ага, марш! Блин, неужели придется идти? 38, 50.
они туда утопали. Ну что еще надо? Падаю, сэр. Просчитывайте каждый шаг. Вперед. Что-то пока никого не видать. Просчитывайте каждый шаг. А тут очень офигенная высота. Просчитывайте каждый шаг. Да, видать, очень далеко утопали, ребята. Ну что ж, раз такая петрушка... Просчитывайте каждый шаг. Давайте сматываться отсюда. Вперед, развертываемся. Надеюсь, тут никого нет. Продолжайте движение. Продолжайте движение. Ноль. В канавку пойдем. Продолжайте движение. Странно, никого пока не вижу. С одной стороны, хорошо. Продолжайте движение. Главное, чтобы мин не было. Продолжайте движение. Так, 17. Ну, нам туда. Вперед, развертываемся. Угу, вижу джунгли. Продолжайте движение. Сейчас отдохнем тут. И дернем до пальм. Вперед, развертываемся. Так, ну и пойдем пока что через них. Конечно, пальмы тут такие аховые. Вперед, развертываемся. Ж какие есть. Вперед, развертываемся. Продолжайте движение. Тут уже горы. Тут есть ворона небольшая. Не, ну вообще по факту пройти можно. Но я тут пойду. Продолжайте движение. Может быть, на мины напоримся. Все такое выжженное, как бы намекает, что здесь что-то происходило. Вон уже с вами видим бронетехнику. Ну нет, не броня, но технику. Правда, как ее уничтожили, непонятно. Вперед, развертываемся. Майк в опасности. Что это такое? Блять, нихера не видать, но это какая-то пулеметная Вперед, точка. Развертываемся. Быстрее, ребята, Чарли, быстрее! Прижали нас! Под обстрелом! Там не видно было, кто стрелял, потому что они выше находятся. То есть вообще что все печально. Раз, сэр? Так, ну вот, пора лечиться. Ребята, пора лечиться. Так. Доктор. Ага, вот этого надо лечить, у него одно. Я иду лечить раны. Давай, лечи. Сейчас мы тебя подлатаем. Так, и вот мы видим с вами вот это вот. Сейчас, стало быть, будем очень предельно аккуратными. Это еще что? Кажется, это дот. Вашу налево. Два дота. Интересно. Я готов начать. Продолжайте движение. Пока что налево отойдем. Вперед, развертываемся. Еще дот? А, нет, это дерево. Так, мне с этой стороны вообще как-то не хочется идти. Там, видишь, какая оборона. То есть я даже не знаю, мы еще пока толком с дотами не сражались. Первый раз вижу такой тип укрепления вражеский. Тем более мины.
То есть разминированием заниматься под стрельбой, это, наверное, еще то развлечение. Продолжайте движение. Ну, может быть, есть какой-нибудь обходной путь? Отставить! Падай в грязь! Хотя, может быть, он не военный. Не стреляет вроде бы. Так, а этот как смотрится? Фиг знает. То ли они военные, боевые, то ли нет. Ну, это реально на дот похоже. Выходим вперед. Сейчас проверим. Вроде замечен гетконговец. У меня стреляют, сэр. Падай на брюхо. Сейчас мы еще гранатку кинем. Технические проблемы, сэр. Стрелки к вашим услугам, сэр. Так, с этими мы справились. Я готов начать. Чарли, идут! Ваши уже налево! Мордой в пол! Че он там, с автоматом? Они стреляют по мне! Ублюдок с пулеметом! Снять пулеметчика! Вестпоинт — это самая лучшая военная школа. Вы отдадите приказ, сэр? Так, кого тут лечить надо? А, вот этого. Я иду лечить раны. Нам нужна помощь! Ты его вылечил? Стрелки к вашим услугам, сэр. Да. Ну что ж, еще один болезненный подлечен. На связи, лейтенант. Так, у нас Уайтмар. Еще три аптечки. Я готов начать. Два авиаудара. Слушай, у меня же 8 было. Почему 2? Или там 3 было? Ну, двойкой, короче, вы поняли. Я готов начать. Давайте встаем. Подъем. Салаги. Продолжайте движение. Так, пойдем поверху. Продолжайте движение. Вообще не тянет снизу идти. Очень уж укреплено тут все. Я думаю, это не зря подсветка дана. Специально, чтобы мы понимали, движение. Что там так просто не пройти. Так, и нам туда. Угу. Вперед, развертываемся. Вперед, развертываемся. А можно как-нибудь так, чтобы никак? Мне совершенно вперед, не хочется с дотами сталкиваться. Да, можно. Так, давай воронку. Вперед, развертываемся. Отлично. Сейчас мы им тут устроим прорыв. Отомстим им за высоту Гамбург. Или там гамбургер был, не помню. Продолжайте движение. Мы им шитбургер сделаем. Замечен вьетконговец. Здесь летают пули, сэр. Выходим вперед. Проклятые вьетконговцы. Здесь летают пули, сэр. Они появились, сэр. Отбить атаку! Так! Откладывает Лансдейл. Помогите! Чарли, прижали нас! Чарли, прижали нас! Так, Пилюлькин! Неотложные дела, сэр. Так, где мой пулеметчик? Почему-то ему очень плохо. Ага. Петти идет, сэр. Они появились, сэр. Меня попали! Меня попали! Ну что еще надо? Меня попали! Меня попали! Докладывает Лайонсдейл. Под обстрелом! Продолжайте движение. Выходим вперед. Чарли, прижали нас! Продолжайте движение. Чарли, так, идут! Мордой под в пол. Обстрелом. И стреляй.
theo đó. Bọn Mỹ đang bắn vào chúng tôi. На связи лейтенант Уайтман. Все дело в огневой мощи, докладывает Лэнсдейл. Пилюлькин, чини Лэнсдейла. Я иду лечить раны. Да, сурово, сурово. Снова технические проблемы, сэр. Нет, гранат не осталось, ничего не осталось. Так, что там по целям? Понял. Докладывает Лэнсдейл. Встаем. Вперед, развертываемся. Прорыв, прорыв, прорыв. Продолжайте движение. Вроде как довел до лагеря, да? Ну, тут еще надо будет его, наверное, зачищать. Ждем пулеметника. Вперед, развертываемся. Давай, давай, вон там дот хороший. Надеюсь, он пустой. Вперед, развертываемся. Катсцена пошла, все нормально. Мы должны узнать, откуда появляются эти вьетконговцы. Может быть, они выходят из-под земли. Давайте искать туннель. Спокойнее, лейтенант, послушайте меня. Попробуйте расслабиться и... Я так устал. Все, чего я хочу, это немного поспать. Дайте мне отдохнуть. Дайте мне поспать. Оставайся со мной, лейтенант, проснись. Тебе нельзя спать, не закрывай глаза. Поговори со мной. Мне... Блин, нашего Гуталина завалили. Причем летеху нашего. Кошмар, кошмар. Но это, видимо, сюжетно, это никак не поправить. Тем не менее, мы это сделали. Да, потеряли отряд автоматчиков. На самом деле, если переиграть, то я думаю, можно было бы их оставить в живых. В принципе, мы там попали опять под перекрестный огонь. Ну, можно было по-другому их разыграть. Да, я считаю, что я все-таки правильно сделал, что не пошел там по дороге, где мины были. По крайней мере, три укрепленные огневые точки. Ну, я думаю, подсветочка, эти деревянные бревенчатые строения были не просто так даны. А это был намек на то, что там, стало быть, есть что-то стреляющее. Но, тем не менее, мы это сделали. Ладно, следующая миссия, видимо, будет связана с бункерами. То есть будем под землей ползать как-то, да? Сразу вспоминаются тоннельные крысы какие-нибудь. Был такой спецотряд у них там, у американцев. Ну и, опять же, игра Вьетнам, Вьетконг точнее. Мы там тоже по подземному городу шкерились. Интересно, будет здесь тоже подземная миссия или нет? Посмотрим. Всем спасибо. Встретимся, как говорится, в следующей миссии. Всего доброго!